захват, конечно, несуразный. И настройки тут какие-то несуразные. Так, всем привет, с вами StoneCrush, это первый запуск игры Fate Tactics. Опять звук, а нет, звук нормальный. Ну ладно, пускай так будет. Блин, как тут звук убавлять? Сейчас, подождите, сейчас будет минус уши. Капец, тут настройки звука просто неудобные. Ну или... Так, Fate Tactics или девушка, которая уничтожает мир. Ну, такое вот название игры. А, давайте посмотрим, что это такое. Ага, сложность нормальная. Под какой звездой вы родились? Ну, я в апреле родился. Сотни лет назад элементальные ворота были построены, печатаны и магическими сущностями в бесконечном мире. Элементальные ворота были открыты злой ведьмой, которая повлияла на слияние двух миров. Давным-давно мир магии разделился из естественного мира, из от естественного мира отделился магическими элементальными воротами. Ворота остались запечатанными веками и окончательно были забыты, видимо, так. В один день печать от ворот была сломана, и два мира начали слияние. Природный мир был потоплен, затоплен или заполонен магическими фей-веществами. Ну, феями, короче, да, или кто? Ну, просто фей какие-то вещества. Существа, а не вещества. Однажды мы думали, что это мифы. Слияние было не идеальным. И многие земли страны были разделены на части. Или разорваны на части, ну что-нибудь такое. Уничтожение. Забрало много жизни, видимо. Популяция была нарушена, видимо. Что-то такое. Ну, тут не четко я перевожу, ладно. Фей-существа, короче. Также и для фей-существ, видимо. Те, кто выжил... построили... Строят новую жизнь в руинах старых миров. Но растет напряжение между людьми и феями. Угроза. Насчет напряжения между людьми и феи угрожают. Закончить тем, что начнут открывать ворота, типа того. Наша история начинается с молодой девушки по имени Пиони. Путешествуют с ней два компаньона. Человеческая девушка с неестественной способностью использовать магию. Окей. Посмотрим. Хорошо, вы двое ленивцев. Время просыпаться. Привет, Антон. Да, закончился Хэллоуин. Ага.
Охренеть, не говорите мне, что вы все еще хотите спать, типа того. Я хорошо себя чувствую сегодня. Мама is out there somewhere. Как это понять? Как is out? Мама вышла куда-то, и мы найдем ее. Я найду ее. Короче, нам нужно многое пройти перед тем, как мы достигнем Рокфола. Окей. Люди с магическими способностями. Infrequent currents. Блин, забыл, что такое. Надо подучить слова некоторые. Не часто что-то там продолжают, используют. Ладно, погнали дальше. Dusty River — это получается пыльная река. Га. It's toast. Как здесь-то переводить? Я не знаю. It's toast. Ладно, без разницы. Так много хорошего чувствую сегодня произойдет, типа, да? Или и так произошло? Я не буду в состоянии починить его без некоторых новых частей. А, это нахуй велик это починить? Карта говорит, что Рокфол долина недалеко отсюда. Ну, собаку мы не будем озвучивать, этого тоже мы будем озвучивать. Да, посреди территории гремлинов. Нам нужно защищаться. Кто не понял, это тактическая игра. Ну, название видно, да, Fate Tactics. Как Gears Tactics. Так, атаки сзади повышают урон атаки и не могут быть... Ну, короче, ты не можешь от них уклониться или среагировать. Окей. Битва. Победить всех врагов. Все лидеры игрока были побеждены. Это поражение будет. Каждый юнит может выполнять действия за один ход. Раз в ход. Ты можешь проверить порядок ходов всех юнитов на поле в нижней секции экрана. Держать для далее. Окей. Так, вот это враги. Я вижу врагов. Ну, пойдем. Что собака умеет делать? Она умеет ждать. Подтвердить действие? Подтверждаю. Выбрать направление. Зачем? А, я понял, зачем. Это, кстати, удобно. Блин. Я ничего сделать не смогу. Атаковать издалека нельзя? То есть, если враг к тебе подходит... Ты можешь развернуть своего персонажа, я так понял. Видите, вот так. Чтобы не было атаки сзади. Твои юниты могут атаковать вражеские юниты... только внутри атакующего расстояния, видимо, да? Атакующего радиуса. Выбери вражеский юнит внутри своего радиуса и выполни действие атаки. Подтвердить атаку. Подтвердил. Ах ты зараза. Так, один готов. Так, я пока сюда выставлюсь. Ты можешь задержать своего юнита
Нажимай X. Поменять порядок. Привет, Рома. Это может быть полезно, чтобы типа заманить врагов. Помогает союзникам и делает установку комбо-атак. Окей. Комбо-атаки есть какие-то еще? Вчера не очень хороший просмотров было, не очень просмотров вчера было, поэтому я решил другую игру поиграть. Ага. Ну, тактика вроде как простая пока что. Это проще, чем великие гильдии. Это однозначно. Но в великих гильдии очень много проблем. Ах ты, зараза. Я могу его так? Могу? Нормально. Круто. Так, шестой раунд. Раундов, конечно, много тратится. Я могу его ударить? Я не могу. Так, повернусь. А меня сбоку ударил, вот зараза. А вот и комбо было. Нормально. Первая битва была несложная. На мировой карте ты можешь кастомизировать, не знаю как, изменять, короче, разные эти виды твоей группы и сохранить свою игру. Больше вариантов станет доступно в прогрессе истории. Время идет, когда ты выбираешь события истории или свободную битву. Окей. Это типа испытание, это типа группа. Так. Это настройки. Устройство, лагерь, заклинания, призывы. И сколько персонажей всего доступно? Ну пока персонажей только 3. Ладно, продолжаем. Смотрим, что тут. Простые юниты. У них есть уникальные способности. Может, не простые, не знаю как. Выполняют комбо-атаки, если они... adjacent, я не знаю, что такое. Атакуют союзника, что-то там. Что-то с врагом делают, короче. Так. Угу. Они баррикадировали дорогу. Чика, ты поведешь, короче. Нам нужно атаковать вместе, чтобы прорваться. Чика, это собака. Битва. Только простые атакующие могут выполнять комбо. Короче, переместите Чика с следующим вражеским юнитом, чтобы он мог сделать комбо-атаки. Используйте своих вот своих других юнитов, чтобы атаковать врагов рядом с Чикой и начать комбо. Ну, короче,
Понятно. Типа такого. Блин, задом встал. А, вот и комбо. Окей. Неплохо так-то. Только, блин, сзади долбанули. По жопе. Твой ход ты можешь держать РТ, чтобы проверить радиус на своем ходе. А, окей. Ну тут пока равное количество врагов, 3 на 3. Это вполне нормально. Не то, что, блин, в этой великих гильдиях. А почему я не могу атаковать? Блин, я должен именно так атаковать. Лучше боком встать. Блин. Так, кого мы там ударили? Собаку не трожь. Ну, развития пока я не вижу, но посмотрим дальше. Пока только первый уровень еще. Блин, уже две миссии прошло, все еще первый уровень. Давайте дальше. Критический удар определяет элемент. Вода наносит крит против огня, огонь крит против земли и льда. Земля против ветра и электричества. В общем, ладно, понятно. А! Банда саламандров. Это плохо. Но это мана-тотем так защищает их. Этот мана-тотем. Саламандры — огненные элементали. А короче, против них надо использовать воду. Это понятно. Паячин, я полагаюсь на тебя. Короче, ты справишься. Чика и я буду тебя прикрывать, пока ты используешь водную атаку с далекого расстояния. Сейчас, погодите, я на паузу нажму. А ладно, пускай так стоит. Я что-то... Не надо...
Ладно. Что там дальше? Окей, еще одна битва. Информация Unity показана в верхней правой части экрана. Нажмите треугольник, чтобы получить подробную информацию. Ага. Ой, что делаю? Ладно. У меня доводный же. Битву ты можешь держать ЛТ, быстрый путеводитель, что-то вызвать, вызвать быстрый путеводитель показывает информацию о силах элементалиях и слабостях в некоторых базовых боевых механиках. Блин. Извините. Не, это бесполезно атаковать. Когда юнит выполняет любое действие в битве, получает XP. Достаточно XP собрано, юнит получает уровень. Окей. Блин, собаку не трожьте. Пойди. Как поменять? Задержка хода. А мне зачем задержка? Ага, порядок. Блин, я не дотянусь. И тут стой. По-моему, все бесполезны, кроме водного. Вонился. Блин, а как сходить другим? Поменять ход? Никак, что ли? Я непонятно. Ой, куда ты? Вообще-то без разницы.
Да блин. Так, стой. Стоим на месте. Ну, понятно, только одним надо было драться. Остальные бесполезны. Так, уровень 2 уже, да? Эй, дастероват, сколько этого дастеровата там? А где сюжет какой-то? Не знаю. Испытание. Лидер юнитов получил очки испытания или это не испытание? Лидер юнитов получают такие очки, когда они получают уровень. Уникальная экипировка каждого персона может также изменить. Ее также можно изменить на экране. Когда получено, типа. Когда доступно, наверное. Так. Защита, урон. Урон давай. И что, оно прокачалось? Вроде прокачалось. Дальше идем. Юниты помогают типу определяем элемента. Окей. Дастероид 4. И сколько этого дастероида еще? У них есть пушка. Это плохие новости для нас. Если мы на далеком расстоянии. Я не вижу другого способа. Попасть туда, видимо. Так, я поняла. Чика, я использую мою магию на тебе. Зачарую тебя... плащом. Плащом. Тогда ты сможешь проскользнуть и вырубить гремлина с пушкой. Окей. Союзники могут помогать друг другу, когда... стоят, видимо, рядом. Выберите союзника внутри радиуса и выполните действие помощи. Окей. Уже великие гильдии напоминают стимпушками. Так, а как я проскользну-то? Вонился, зараза. Можно было его просто ударить. А, можно. Ага, понятно. Мы появились.
Так, но мы его не завалили. Блин, собака получила. Ура. Давай только этих завалить. Так, а собаку в пушку можно? О, собака может из пушки стрелять, нифига себе. Это весело уже. Блин, уклонился, зараза. Блин. Пушка сейчас бы помогла на самом деле. Зараза. Нормально. Ну, пока однообразно. Однообразно. Ну, вроде какие-то есть, да, ходы, но, блин, локации какие-то однообразные. И сюжета как такого я не вижу. То есть, сначала вроде я думал, что это сюжетная игра, но что-то, блин, сюжета никакого сейчас нет. Просто проходим миссии, и все. Это печально, если так будет дальше. А как сохраняется игра? Или она сама сохраняется? А, вот save game. По-моему, он автоматом сохраняется. Мы сейчас путешествуем в другие регионы, используя кнопки правой стороны экрана. Путешествовать в другие регионы? Как? День четвертый. А как путешествовать в другие регионы? Нет тут такого. Тут сюжет. Все существа, гремлины. Короче, держат контакт с людьми. Наверное, потому что они всегда пытаются украсть вещи и возвернуть их в свои пещеры, типа. Окей. Пятый дастерот. Сколько этих дастеротов? Так много тотемов. Как мы достигнем этого шамана? Как мы доберемся до этого шамана? Замечательная идея, Пячин. Я сосредоточен на цепной атаке и увижу, если я смогу оттолкнуться. И посмотрю, смогу ли я оттолкнуться от тотемов прямо к шаману. Эй, Чико, может ты прикроешь меня, пока я добираюсь туда? Локации тоже узковатые для тактики. Способность ждать активируется, когда юнит заканчивает ход без атаки или помощи. Используй способность ждать у пиони, чтобы наградить ее следующей атакой. Цепной способностью использовать способность ждать на Чика, чтобы защитить пиони. Интересно. А способность ждать как?
Блин, не то. Это было совсем не то. Надо на себе, по-моему, способность ждать делать, да? Точно. Еще раз. А как цепная реакция, это как до тотема добраться? До этого тотема? Немного не понял. Ага. Понял. А собака защищает, да? Она себя не завалит. Понятно. Третий уровень уже. И опять Дасти Роуд. Ну, погнали дальше. Мы это уже читали. Эстерот 6. А, я думаю, мы намного ближе к Крокфолу. Короче, она голодная, понятно. Уф. Еда. Что все эти штуки делают здесь, типа? Что делают здесь все эти вещи? Мы можем просто спросить у них. Эй, вы, ребята, поделитесь нам немного своей едой? Какого черта? Кого это заботит, типа что-нибудь такое. Возьмите все вещи и бросьте их в реку. Наша следующая доставка для короля гремлинов. Полагаю, нам нам надо торопиться, типа. Как сказать это? Throughout your journey. Короче. Как бы это сказать? Блин, я забыл. Что с путешествием? Ну, в общем, на своем путешествии другие предметы могут быть найдены в битве по пути своего путешествия. Один из ваших юнитов заканчивает ход, стоя в каком-то пространстве, чтобы подобрать предмет, даже когда атакует или помогает. Ты можешь еще подбирать предметы. Понятно, даже когда атакуешь, помогаешь.
Не понял. А подобрать предмет как? А, вот так. Я не развернулся. Что это там усиливаются? Блин, уклонился, гад. Я сейчас скорость увеличил, кстати, в этой игре. Я не в курсе. А чё собака такая дохлая? Её лечить, что ли, надо было? Что будет, если собака сдохнет? Жесть, они там все усиливают. Кстати, врагов стало больше, чем 3. Так. О, цепь. И собаку завалили, что ли? Он достал уклоняться. Блин, этого завалили. Когда лидер... Когда КП юнита, ну, лидера достигнет нуля. Ой, когда лидер входит в состояние нуля, то... Короче, достигает жизнь, да, короче, лидера достигает нуля, тогда он входит в состояние раненого. Если раненый юнит будет атакован повторно, он будет уничтожен. Раненый юнит может восстановиться, если 3 хода пройдет. Или если союзник, юнит союзника поможет ему. Ага, поможет, конечно. Что с ними не так, а? А собаке уже конец. Блин, чё они такие жесткие? Вот до этого были легкие. Критическое убийство. Если игрока лидера атакуют много раз, пока ранен,
Он вынужден будет отступить, если все игроки отступают, и то проиграно. Я вернусь, типа она говорит, что-то типа того. А, ну понятно, собака должна еще сдохнуть. Пока воскресла. Но ненадолго. Да бесполезно это. Жесть, конечно, ведьма их лечит. Не, ну это долгие битвы, блин, вообще капец. Ладно, завалили. То есть проиграть долго очень. Да, даже. Давайте еще раз попробуем. Реально, недостатки игры уже начинают проявляться. Возможно, все из-за этих предметов, потому что эти предметы дают какие-то усиления. А это уже не дисбалансно. Давай, вали его. Блин, это ведьма, конечно. Что, собака уже готова? Серьезно? С одного удара? У нее полное здоровье было или что? Фиг поймешь. Что-то непонятно. Я вроде, блин, так силу прокачал, а толку-то от этого вообще никакого. Да. Что это, блин? Уклоняются, уклоняются. Да попади хоть раз-то, блин. Ё-моё. Пока восстанавливай себе здоровье. А если что? Если вы думаете, что так все быстро, ну... Мне вообще-то быстро не кажется, но это ускоренная игра, если что. Скорость я ускорил. Чего? Где его?
зараза, а? Ведьму. Ура, от ведьмы избавились. Блин, этого фиг завалишь. Вот зараза, а. Чего у него там за щит, блин? Ух. Давайте этого бить. Эту клоняется, зараза. Да чё у них защита, блин? Жесть. Не понял, а почему ждать? Алло, я не хотел ждать. Хотел удар нанести. Жесть. Что они там приняли, что у них? Их не пробьешь. Нормальная атака. Замечательная атака. Птица улетела. О, как же, какая жесть. 11 урон, 18 урон. Думал, такая проблемная тактика будет. Ладно. Один остался. Ура. Блин, что так резко сложность-то повысилась? Ё-моё. Капец просто. Это вообще... Так. Надо срочно защиту ставить. Блин, атака тут уже не помогает нифига. Да уж. Она посмотрит, что дальше. За стилет, ну край, да, типа? Похоже, тролль ведет эту группу гремлинов. Нам нужно, типа, избавиться от него, если мы хотим пройти дальше. Короче, придется использовать мой талисман. Тика, мой мальчик, ты готов? Ага. Это что такое? Талисман Фей. Призывает магические существ, помогает вам начать битву. Но этого талисмана не было изначально.
Блин, они там тоже пользуются какими-то усилялками, все чем угодно. Уклонился гад. Она хорошо. Мы комбо сделали. Лидер юнитов такой denoted. Золото что-то. Золотая граница. P-дисплей. Понятно. Показано ХП, короче. Раский лидер может насылать заклинания и призывать больше врагов. Замечательно. Блин. Потому что он так блокирует-то все. Ладно. Так. Ага. Так, цепь. Серьезно? Это не больно бьют. Не, ну я ничего сделать не могу, собаку зазавалит. Да блин. Ладно. Вот этого надо завалить. Эти пускай там двое торчат вверху. Ага, не спускаются гады. Уклонился, зараза. Нет, собаке конец. А нет, собака еще двигается. Ладно. Восстановим ее тогда. Блин, сколько уклонений, ну ж бесит уже. Куда столько уклонений?
Так, давайте этого валить. А фиг ты его завалишь. Он там за карты ставит. Броня этого. Нормально. Может, у них какие-то ауры стоят, которые надо убирать. Антивоздушный нужен. Антивоздушный что? Вода, огонь. Надо пробовать воду. Вроде вода антивоздушная. Ослепление 35%. О! Работает что-то. 21 урон. Но слабовато урон. Блин, уклонение. Но зато собака сейчас в атаку может вступить. Блин, эта штука лечит. Уклонилась, зараза. Собака вроде как атакует. Блин, сзади встал. Бря. Да хорош лечить-то уже. Достали. Это атака сзади была или как? Парень, какая долгая битва, жесть просто. Так, атака сзади. Окей. А, его надо было завалить только. А, остальных не надо было валить, только его надо валить. Окей. Ну, типа босс. Так, предметы дали. Талисман. Вора, талисман шамана. В первой карте, думаю, сейчас выбрать свои заклинания и талисман. А вот и новые... Новая местность пришла. Так, призывы. Условие призывов определяет силу твой талисман, который ты можешь экипировать. Ну, короче, понятно. Используй как хочешь, типа. Угу. Ведьма и унивана какая-то. Еще я еще получу гремлина шамана и гремлина вора. Я могу поставить только двоих, да? Ты кто тут самый такой хороший? Атака 15, атака 17, атака 17. Давай вот это вот. В смысле?
А, ну то есть гремлина я могу только одного ставить. Ну ладно, окей. Ну тут получше вроде. Заклинание. Поцелуй феи. Восстанавливает 22 хп. Здоровье. Призыв какого-то духа. Водная магия 3-4 атака. Повышает максимум Б. Окей. Так, давайте на защиту все потратим. А у нас нет очков. Нечего тратить. А, вот тут есть. Там прошло времени-то. Сейчас его прошел. А сейчас прошел. Я пока думаю, я не знаю. Ходить ее или нет. Сюжета так такого-то нету. Магазин механиков. Ну вот как появилось, да, диалоги-то. У вас есть некоторые части? У вас есть какие-нибудь части? Какие-нибудь части? Прости, но... У нас больше нету, типа. Прямо сейчас мы, типа... Мы все продали, типа. Части, которые ты о которых ты спрашиваешь, довольно редкие. А когда придут другие новые части? А, короче, я бы не говорил тебе, я бы сказал тебе типа или что-то такое. Кэнсэй, ну не говорить. Может, просто, если честно, ничто не придет в этот город, потому что ничего не приходило в этот город уже неделями, потому из-за бандитов. Они украли все. Кто попадает им на пути. Крадут все, что попадает им на пути. Ты можешь попробовать ингентон. Что такое ингентон, я знаю. Я знаю, что у них есть какие-то проблемы с припасами. Ингентон? Спасибо за информацию. На карте. Похоже, я могу сделать этот ингентон и добраться до спуска Эйгу. Ну окей. Барьер с помощью моего велосипеда или байка, не знаю, мотоцикла даже. Может, я должна посмотреть на эту группу бандитов? Непонятно. Заклинание барьера на моем байке. В смысле? Какой байк еще у нее? Что вы думаете? Ну, собака ничего не ответит. Только гав. И этот тоже ничего не ответит. Понятно. Итак, две местности. Поля и спуск. Разделаться с бандитами, блокирующие продовольственный путь. Сделать, короче, пробить свой путь, типа того, вниз в Вингертон. Окей. Давайте с бандитами попробуем разделаться. Я не знаю, правда, насколько это сложно будет. Поле Баронфилд. Это бандиты? Серьезно? Центавр? А, вот Центавр, да?
Воры! Равантус! Где Гералия? Она вернулась, она... Ее забрали у меня! Это кто? Ага! Гарпия какая-то! Что вы собираешься делать? Outnumbered! Что такое outnumbered? Бесчисленность, что ли? Или нас... А, нас множество, типа, наверное. Есть только одна вещь, которую ты найдешь здесь, это свою могилу. Это должно быть бандиты, которых мы слышали. Когда вернулись в Рокфолл. Странные бандиты. Я помогу ей. Кто это? Больше посторонних? Убить их всех. Все... Так, союзник NPC побежден. Начинается NPC, которых надо спасать. Начать битву. Так. Ну, призывы я уже сделал. Окей. Нормально, сейчас надо защитить эту NPC. Я, кажется, понимаю, к чему это все идет. Сразу скажу, я не люблю вот такие миссии. Мне надо кого-то защищать. Просто боевая система тут показывает совсем другое. Будет тяжко это делать. Ну ладно, он хотя бы защищается. Обычно, блин, вообще не защищаются никак. В некоторых играх было. Помним Фейлсью, к примеру. Или Dark Crystal. Че, я атаковать не могу? Ну-ка, заклинание как? Талисман заклинания может быть использован, когда... Ну, короче, в ограниченный период времени, понятно. Повышает Макс МБ. Бодная магия. Восстанавливает здоровье. И как его использовать? На союзнике можно? Непонятная логика. Собака вообще ничего не может, да? Она может только так атаковать. Это что сейчас было? Это была атака? Не понял. А, это свой. Блин, я уже путаю их. Я путаю, что это не мой. О, нифига себе. Вот это хорошо было, кстати. Ну ладно, тут вроде атака... Атака движется.
Фига себе. Это яд. Это урон был. Так что, мы всех завалили, что ли? Осталось только ее завалить. Эту гарпию. Нормально. Фига, полезный союзник, он еще ей помогает. Ей, ладно. Такое редко бывает, чтобы союзник помогал, блин. Ох, ё-моё. Это неприятно. Фига у неё удары. Слушай, а может тебе атаку сделать? Вот такую. Единственное заклинание, талисман заклинаний, который можно использовать только за раунд. Ясно. Ну ладно, все равно. Какой-то урон. Музыка, кстати, та же самая. Она не изменилась. И музыка одна на всю игру, что ли? Ну это фигово. Она уже надоела. Неплохо зажали. Собака хорошо ответную делает. А нет, не собака, собака вон где стоит. Собака вот сейчас будет ответную делать. Это ответную делает и собака еще. Быстро. Так, пятый уровень уже. Так, свиток кражи маны. Я здесь как раз вовремя. Я не просила тебя о твоей помощи. Ты не должна, эти ребята... Видно, что они нехорошие. Они доставляют людям Рокфилл долины неприятности. Я пришла остановить их. Ты из Рокфолла? Нет, я просто мимо проходила. Так у тебя привычка вмешиваться в дела других? Я бы не назвал это вмешательством. Я помогаю кому-нибудь, кому это нужно. И ты можешь, короче, погибнуть из-за этого. Люди, которые могут использовать магию, они как бы болезненны, больны, типа того. Я оценю это, если... Я буду ценить то, если ты будешь держаться на расстоянии. Держаться подальше от меня, короче. Больные. Так или иначе, ты говоришь, что... То они забрали что-то у тебя.
и говорил, что не забрать что у тебя. Что это может быть? Это не твое дело, дитя. Я верну это сама. Прощай. Эй, подожди. Я иду за тобой. Ну или с тобой, какая разница? Ага. Пересечение теперь. Опять она должна погибнуть, окей. Ладно, давайте посмотрим, что у нас тут. Так, эти очки у нас. Еще и особый. Движение, реакция. Я не знаю, хорошо ли движение, реакция, нехорошо. Блин, на атаку идти или на защиту? Давайте на защиту лучше. Атаки в принципе хватает. Так, призывы, ладно. Заклинание. Уж погнали. Опять гарпия. На уровне 5 лидер юнитов может изучить способности реакции. Реакции способности дают шанс. Триггер. Что такое триггер? Крючок пусковой, по-моему. Ну то есть контратаку, что ли, имеет? Я так понимаю. В битвах с двумя или больше противниками, лидерами, ты можешь получить бонус экспы, ранив вражеских лидеров, но не убивая их. Бонус только вознаграждается, если по крайней мере два вражеских лидера остаются живы в конце битвы. Это как вот так? Как-то непонятно пока мне это. Как могут вражеские лидеры быть живыми? Я так понял, это желтая гарпия, это и есть вражеский лидер. Окей. Так, а вот это кто? А, ну это тоже... А, вот вражеский лидер. Блин, тут их два. Да, два вражеских лидера у нас. Кто сейчас ходит? А. Ты серьезно? Так, попробуем завалить. Блин. Они лечить будут, это мне не нравится. О, талисман скорости. Я могу его взять? Музыка, конечно, одна и та же надоела, если честно. Вы что, издеваетесь? Одну и ту же музыку пихать.
в 2020 году одну и ту же музыку. Блин, надо атаковать. Не трогай собаку. Она тебе ничего плохого не сделала. Ты зараза. Так, я взял талисман. Блин, уклоняются. Опять уклонились. Да чтоб тебя. Ладно, одного завалили. Как мне в живых-то этих вражеских лидеров оставлять? Что это за бред, блин? Замечательно, собаку добили. Ладно, собака вроде как восстановилась. Надо было восстанавливаться. Так. Понятно. 5 ходов, 4 хода, 2 хода. Зашибись. Восстанавливаться еще будет. Не, ну эти битвы слишком долгие, если честно. Блин, собака готова. Они очень выматывающие, эти битвы. Да, может показаться, что они и не такие уж и сложные. Но, блин, тут врагов очень много. Два лидера, блин, еще врагов вон сколько. А нас всего сколько? Трое, да? А, нет, там еще сейчас пятеро. Ладно, пятеро это еще не так плохо. А, ну шестеро, еще союзник. Да из союзника убьют нам конец. Блин, вот эта птица, она бесит. Мне бы избавиться. Блин, союзника, конечно, фигачат просто не знаю кого.
Да, вот это урон. Да. Слишком перемудренная тактика, я считаю. Ну капец. Да это просто жесть какая-то. Блин, надо было восстанавливать. Да, надо было восстанавливать. Ох. Жестко, конечно. Вот сколько тут врагов, сейчас посмотрим. 6. 8 врагов. Почему я не могу атаковать? Так, ну один завален. Добил бы кто? Никому. Бей эту. Блин, нельзя. Окей. Так, птица сдохла, хорошо. Давайте так. Вот так. Так, птица сдохнет сейчас. О. Блин, этот не сдохнет. Ой-ё. Так, ладно, хорошо. Сколько их осталось? На самом деле тяжело будет пробить. Блин. Thank you.
Блин, не получится. Двойной удар, нормально. Эх, блин. Так, одно потеряли. Ну, там никак не получилось бы. И, по-моему, бесполезно этого бить, он слишком жирный. Так, этого мы завалили. Ладно, пойдем. Пойдем не вражеского лидера бить, а вот эту штуку. Полечим. Зараза, а? Это такое, еще талисман. Так, надо идти валить эту штуку. А, вот еще враг. Я что-то его не заметил. Блин. Чего я не могу ударить-то его? Зараза, а? Я бы вот от этой штуки избавился по-быстрому. От двух можно. Блин. Стреляй в нее. Блин. Ура. Одним меньше. Так. Надо валить. Блин, плохо. Еще одна карта лишился. Карту ставит. А как мне карту поставить? Я могу карту поставить? Пофига, не карту ставит, а я не могу, что ли? Пордевшие, а? Да они могут карту ставить, а я нет. Нормально так. Блин. Пустой капут скоро наступит. Ой-ё.
Нифига себе, серьезно? Вот такого я не ожидал. Это что сейчас было? Чего я не могу поставить-то это? Это могу. Собак, ну вот, не особо надо. А уклониться, блин. Это птица. Окей. Осталось немного. Блин, этого не завалить никак. Ну нафиг ты это сделал? Ну ладно. Надо было двух раненых отставлять. Мы тебя добьем. Почти добили. А это что, враг тоже? Все, победа. Ну это была непростая битва. Так, талисманы. Неприкасаемый какой-то свиток. Кражу маны. Окей. Долина королев. Гералия. Это ожерелье не принадлежит тебе. Я помню тебя. Ты сбежал последний раз, когда мы встретились. Почему ты стала такая храбрая внезапно? У тебя появился лучший шанс, чтобы сражаться за покой своего племени, когда они еще живы, типа. Я не убегу. Ожерелье. Ты отдашь его мне сейчас. О-хо-хо. Почему бы тебе не прийти и не забрать его? Окей. Дупликат магических свитков повышает уровень свитка. Используйте меню Trades, чтобы экипировать свитки для своих лидеров. Окей. Так, ну силу, наверное. А...
А свитки как использовать? Не понял, а где свитки эти ваши? Призывы. Ага. Заклинание. Повышает зачарование на 2 хода. Здесь нельзя отступать во время битвы с боссом. Если какой-нибудь из твоих лидеров будет ранен, то это поражение, и битва будет проиграна. Окей. Музыка хотя бы другая. Сопротивление. А нет. Виток какой-то взяли. Ты серьезно? Да вы издеваетесь. Идс попробовать. Блин, зачем я задом собакой встал? Ладно. Так, еще один готов. Блин, про этого-то забыл. Так, хорошо. Собаку главное в атаку надо отправлять. Чтобы она комбо делала. О! Так, осталось двое, да? Блин, кого-то призывают. Ладно, пойдем вперед тогда. Как ты, зараза. Блин. Да чтоб тебе.
Вот это урон. Они-то тоже бьют. Таким же способом. Ох, блин. Ладно. Собака помогла. От вот этого надо еще избавиться. Слишком бронированный. Поражение? Капец. Это как? Ну ладно. Так, ну ступать тут нельзя, я понял. А кого завалили-то? Не лидера же завалили? Или любой из этой тройки, кто погибнет, поражение будет? Это будет кошмар, если так. Блин, броня сильная. Урон не слабый наносят. Попробую этого бить. О, правильно. Этого и надо было. Ты зараза. Блин, там красный. Красный, я имею в виду. Рак имеется в виду. Так, избавились. Блин, а как сделать? Ну, конец я вот так сделаю. Что это будет? А, лечение просто. Так, надо какую-нибудь карту запустить, что ли, в нее? Это не особо помогло.
Мощным. Так. Угу. Баги помогать, наверное, будем. Бля, они еще не по очереди ходят-то. В этом-то и проблема. Очередность-то не соблюдается. Плохо, конечно. Так, он ядом заражен. Так, это хорошо. Блин. Там могут завалить. Лучше не буду рисковать. Зараза, а? Спасибо, что восстановила. Блин. Что за нафиг? Жесть, какой барьер, а? Ух. Надо бы что-нибудь сделать. Где собака? Я вообще ее не вижу. Да сколько поглощать-то будет? Видимо, надо завалить эту штуку. Она весь урон поглощает, видимо. Ух. Жестко. Так, собака у нас тут, да? Где собака-то, я не понял. Блин, сзади. А вон собака где. Попробуем забить эту штуку. Так, барьер мы сломали. Отлично. Зараза. Так, ослабили. Хотя бы так. Блин.
Так, у собаки сколько здоровья? Мало. Можно попробую. Лучше восстановить. А то рискованно. О, хорошо. Слабость. Блин, уклоняешься, зараза. Ух, нифига себе. Вот это атаки. Так. Блин, карта не работает. Уклоняется. Лучше бы лечился. Блин, капец, все на уклонение работает. Ё-моё. Какая долгая битва, это жесть. Лечиться может самому? Фиг его знает. Энна нет. Ох, блин. Да чтоб тебя. Опять этот маяк. Сейчас урон проходить, по-моему, не будет. Ну да. Пока эта штука живая, урон проходить не будет. Да чтоб тебя. Блин. Идиотизм придумали, блин. Так, как сменить порядок? Я не могу переключить, что ли? Вот как порядок менять, я не знаю. Как персонажа другого выбрать. Я должен именно выбирать тот порядок, который они указали, что ли? Это же бредово. Бредово то, что порядок нельзя сменить. По крайней мере, я не знаю, как это делается. Блин, эта штука появилась. Конечно же, урон же не проходит. Я забыл. А, ну ладно. Все, она взорвалась.
Это битва, конечно. Какая же она долгая. Честно, себя я не могу завалить. Ой, да сколько можно-то, а? Да сколько можно уклоняться? Давайте уже прижмем ее. Блин. Какая жесть. От всего уклоняется. Уже надоело это. Да сколько можно-то уже? Блин, собаку заморозили. И опять эта штука вылезла. Да чтоб тебя. Она надоела. Не знаю, кого полечить. Ладно, никого не будем лечить. Опасность? Какая еще опасность? Двадцатый ход. И чё он делает? Что такое? Там опасность была написана. Блин, сундук не взял. И пофиг на него. Надо пытаться босса как-то бить. Двадцать первый ход, это жесть какая-то. Еще два врага, капец. Аж когда завалим-то? Блин, я не могу воскресить, серьезно? Замечательно. Сейчас поражение будет, наверное. Сейчас птицу добьют просто и все. О-о-о.
Жесть, сколько тут еще и маяки как. О. Ой, тотемы эти. Достали эти тотемы. Да система с тотемами. Да вы издеваетесь. А, он пополняет здоровье в воде, что ли? Водный-то этот. Это, кстати, хорошая штука. Да вы серьезно? Да ну его нафиг такое. В общем, не, я больше не стану в это играть, это капец какой-то. Эти тотемы, блин, этот босс, блин, вообще фиг поймешь, как его пробивать. Хоть его и окружают втроем, а толку нету. Бьешь, толку нету. А, когда он тотем призывает, его вообще убить, ударить нельзя. А потом он призывает еще своих других. Это кошмар какой-то. Ну, я не знаю, как этого босса валить. Это бред какой-то полнейший. Ну его нафиг. Ну это сюжетный босс. Я знаю. Может, это сложность обозначается, вот эти мечи. Вот здесь вот поменьше, типа. Ну, я не знаю. Ну, блин, ну такое, конечно, издевательство. Это по сюжету причем такое издевательство. Не. Слишком выматывает. Ладно, посмотрели, поиграли, поняли, что не стоит. Слишком затяжные битвы, слишком много замудренности. И это очень сильно доставляет проблемы. Ладно, наверное, я, наверное, больше ничего не запущу. Ладно, всем спасибо, кто смотрел, один спасибо тем, кто смотрел в записи, один спасибо тем, кто писал в чате, подписывайтесь на канал на YouTube и Twitch Good Game, также в Facebook и Одноклассники, также делитесь, делайте репосты в соцсетях, рассказывайте друзьям, в общем, всем удачи, до скорой встречи, еще увидимся.